пускай вот здесь стоит. Так, запах люблю. Добрый день, дорогие мои. Вышла к вам чуть-чуть пообщаться, поздоровать вам, желать хороший день, хорошее настроение. И хочу узнать, кто вчера посмотрел прямой эфир. Хочу, конечно, извинений сказать, но это же не моя вина. VPN выбрасывать. Но нам советовали наши хорошие друзья другой VPN. Мы уже качали другой VPN. Если надо будет, вам тоже будем советовать. Если у нас получится сохранить видео, то мы сохраним на YouTube. Очень много просит тетя Руся сохранить. Сегодня я свободна, у меня все чистота, все порядок, душа чистая. Мы с утра уже встали, посмотрите, я покрасилась, красиво, Света, покажи, как я красиво покрасилась. Я знаю очень многих людей, даже до сих пор еще спят. Но мы уже с невесткой уже столько дел делали и готовили, и сейчас дети встанут. Все у нас уже готово. Мы сами уже спокойно знаем, что у нас везде порядок, даже и гулять можно. Но почему не выходим из дома? Сейчас все болеют. Все, какая-то вирус, все болеют, даже не хочется выходить, чтобы лишний раз вирусов не ловить. Но если она придется, то не смотрит, ты дома или вышла на улицу. Так что, дорогие мои, мы дома. Спасибо хочу всем сказать, огромное спасибо, что вы со мной всегда. Это была активность, нечто необычное, потому что еще и плюс, нету VPN людей. Вы понимаете, нету много знакомых. Я просто хотела узнать, Аруся, я говорю, вы видели? Да нет, из-за этого VPN мы не можем смотреть. Еще спасибо Богу, что вы у меня есть, и у меня такая активная. Хочу всем сказать огромное спасибо. Хочу вам сказать, директ у меня заполнен. Я иногда не могу открывать и посмотреть, кто писала. Поэтому я сегодня решила оставить вам окошко. Задавайте вопросы, которые вам интересуют. Я всех отвечу с любовью. И сегодня я свободно буду с вами общаться. Еще, если можете советовать какое-то кино, посмотреть интересно. Мы сегодня с семьей посмотрим кино, а не знаем, какое кино. Если есть у вас хороший, ну не фантазия. Хорошие такие. Пишите нам, где Света, где окошко? Еще одно окошко. Еще одно окошко. Пишите, какой фильм, чтобы оно было и реальное, настоящее, не фантазия, не такое, что прошлое. Такое хорошее, чтобы с семьей можно сидеть, смотреть и чувствоваться это на свою кожу, чтобы это было настоящее. Поэтому, дорогие мои, хочу всем пожелать хороший день. Очень много праздников, люди устали. Вот отдыхаем по полной программе. Желаем вам хороший день, хорошее настроение. Очень много день рождения начинается. Всех поздравляю, у кого день рождения. И мы с любовью теперь ждем наступающее наше Рождество, дорогие мои. Это очень великий праздник, даже лучше, чем Новый год. Люблю вас, я с вами. Смотрим, какой у нас бастурма. Вот, пожалуйста. Вот, хочу показать весь мир, чтобы видели, как у Арус-Кавказ отличается бастурма. Смотрите, дорогие мои, какая красота у меня получилась. Вот такой бастурма в этом году у меня. Вот такой ширина. Смотрите. Видите? Халва, ну не бастурма. Смотрите, все натуральный, как должен быть. Дорогие мои, пока мы отвечали на ваши вопросы, потом почувствовали, что наша семья проголодала, и мы с нами, с ними тоже. Поэтому быстренько готовили сегодня плов. Сейчас пожарим еще
Блинчики у нас готовы есть. И стол покажи, как вот. На скорую руку открыли стол. Сейчас будем кушать. И опять будем вас отвечать, дорогие мои, на ваши вопросы. Договорились? Поехали. Наша красавица. Она спокойно дышать не может без подарки. Какая красивая. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Леночка, а это тебе? Спасибо большое. Спасибо большое. Наступающего. Прекрасная коллекция. Красота. Она сделала, что тетя Серега на стол поставили. Очень красиво. А ты с любовью, ваша Серега. Шаман, пожитник по-русски. Смотрите, вот я везде добавляю чеснок. Смотрите, все снимаю чеснок. Чтоб, почему оно? Чтобы моль не поел. Смотрите, шаман тоже надо все делать от души. Много тоже не надо, потому что горечи дают. Сейчас я размешаю, попробую, потихоньку все буду добавлять.